Здравствуйте, с вами телепередача «От кольчуги до брони», вторая часть, 22 июня. В полосе Прибалтийского военного округа противник атаковал 11 советских аэродромов. Первые бомбы на порт Либава и аэродром 148-го ИАП, которым командовал майор Зайцев, упали в 3 часа 57 минут. Однако командир 6-й СМАТ Федоров отдать приказ на отпор агрессору не решился. Не последовало его и после второго налета. Боязнь ослушаться приказа Сталина и дать повод агрессору подавляла здравый рассудок. Это была одна из причин того, что авиационная группировка, численно почти вдвое превосходившая противника, позволила ему завоевать полное господство в воздухе. Подобная ситуация сложилась и с 21-м авиаполком в Риге, и только благодаря маскировке потерь удалось избежать. Приказ о начале боевых действий все же вскоре был получен, и очередной авианалет полк встретил в полной боеготовности, сбив 9 немецких самолетов. Всего же в дивизии в 6 боеготовых и 4 формирующихся полках было 236 самолетов и 175 подготовленных экипажей. В тот день округ потерял 56 самолетов, 32 повреждено на аэродромах, сбито авиацией противника не менее 26 самолетов. Для некоторых из полков итог воздушных побед того дня был еще не окончательным. В 21-м истребительном авиаполку майора Мирошниченко, базирующемся в городе Рига, благодаря маскировке удалось избежать потерь. Второй немецкий налет полк встретил в полной готовности, сбив 9 немецких самолетов. В составе 6-й смешанной авиадивизии входили 3 истребительных полка, формирование которых не было завершено. Это был 31-й, 238-й и 239-й истребительные авиаполки. 31-й истребительный авиаполк находился в стадии формирования, имел 37 истребителей МиГ, но 24 из них были в неисправном состоянии ввиду отсутствия запчастей. Командир полка Путивка в одиночку вел бои против 7 самолетов противника. Такой же бой провел и пилот 61-го истребительного авиаполка Андрейченко. В числе наиболее удачных в округе были 15-й ИАП. Он записал на свой счет 9 побед. В полку насчитывалось 54 МиГа и только 23 летчика, которые освоили эти машины. Помимо 6-й смешанной авиадивизии ВВС округа, были еще 4-я, 7-я и 57-я смешанная авиадивизия, а также 8-я истребительная авиадивизия. Под Шулянами встретил войну 10-й истребительный авиаполк. В 4 часа 20 минут полк подняли по тревоге. Результат дня – 7 немецких сбит. Из-за неразберихи первого дня войны и частичной потери связи. Возможно, что не все победы были зарегистрированы. Цифры уточняются историками до сих пор. Так, о последнем бое КМСка Николая Боярышникова над Ионавой стало известно только после освобождения Прибалтики. Воевал он всего один день.
провел 6 боевых вылетов. В 6 воздушных боях уничтожил 4 самолета противника. Свой последний бой он принял над железнодорожной станцией Ионава в северо-западнее Каунас. События в полосе Одесского военного округа развивались не по сценарию противника. Тут враг также атаковал 11 аэродромов, но почти везде получил решительный отпор и понес потери. Наибольшего успеха достиг 67-й ИАП майора Рудакова. Это был лучший истребительный полк округа в довоенный период. В 4 часа утра полк подняли по тревоге. Вскоре в направлении аэродрома Болгарика появился разведчик. Он был перехвачен и сбит. Затем появилось 10 бомбардировщиков. Они также были перехвачены истребителями И-16 и рассеяны. Противник потерял 4 самолета. Потерпев 2 неудачи, немецкое командование предприняло массированный налет на аэродром, в котором участвовало 50 бомбардировщиков и 30 истребителей. В бой с ними вступил весь полк 50 И-16. Разделившись на 2 группы, наши пилоты атаковали одновременно бомбардировщики и их прикрытия. Строй немецкой группы был рассеян, противник потерял 5 бомбардировщиков и 2 истребителя. Всего за день 67-й истребительный авиаполк уничтожил 16 самолетов противника в 117 боевых вылетах, потеряв 2 своих. Также неудача постигла немецких летчиков над аэродромом Гросулово, Григориополем, Тирасполем и Кишиневым. Пилоты полка уничтожили 20 вражеских самолетов. Пятый истребительный авиаполк под командованием майора Иванова базировался в Бельцах. В апреле, как и на многих аэродромах на западной границе, там начали строить бетонную взлетно-посадочную полосу, и 3 эскадрильи полка перелетели в маяки. Одним из опытных пилотов был старший лейтенант Покрышкин, но после первых налетов противника они все возвратились обратно. 55-й истребительный авиаполк был укомплектован не полностью. Кроме того, некоторые звенья несли боевые дежурства вблизи границы. В Кишиневе в штабе находился только командир 3-го звена Селиверстов, а также еще 5 рядовых летчиков во главе с командиром звена Мироновым и адъютантом эскадрильи Овчинниковым. Именно им пришлось вступить в бой с большой группой бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Это было порядка 20 Хенкель 111 и 18 БФ 109. Силы были неравны, и налет предотвратить не удалось. И все же пилоты сбили 2 Хенкеля и 1 Мессер. Всего же к концу дня 55-й истребительный авиаполк одержал 10 побед. В одной из них капитан Аташкевич сбил Мессершмитт командира немецкой группы. Майора Железным Крестом. По некоторым данным, это был майор Вольфганг Шельман. Немецкий ас был 2-й по результативности в знаменитом легионе Кондор, воевавшем в Испании. На его счету было 25 сбитых машин. Неразберихи и отступления с майором не церемонились и расстреляли при попытке к бегству. Вместе с 4-м ИАП под Кишиневом сражались пилоты 69-го авиаполка. В первый день войны пилоты сбили 3 самолета противника, не потеряв ни одного своего. Общий итог дня на юге оказался для агрессоров плачевным. Уничтожено на земле и в воздухе 23 советских самолета. Враг потерял 50 своих машин. Пилоты Черноморского флота вступили в бой рано утром 22 июня. 96-я эскадрилья в составе 16 И-153 и И-16 под командой капитана Карабицына встретила на подступах к Измаилу 12 румынских бомбардировщиков. В ходе боя 5 самолетов противника были уничтожены.
Боевой счет летчиков Черноморского флота открыли младший лейтенант Максимов, старший лейтенант Борисов и капитан Коробицын. Они хорошо пощипали румынские ВВС, которые воевали, кстати, на стороне Германии. Увы, приведенные данные успехов советских истребителей в первый день войны не претендуют на полноту и завершенность. Достоверно оценить количество одержанных побед очень трудно. Огромное количество документов в архивах еще ждут своей оценки, несмотря на то, что прошло так много времени. Особо хочется сказать по поводу таранов во время первого дня войны. Летчиков, таранивших вражеские самолеты на 22 июня 1941 года, по официальным данным, было 15 человек. Данные до сих пор уточняются, поэтому пока только 15. Почти все они в этих таранах и погибли. Более двух вражеских машин сбили 23 человека. То есть в каждом бою не менее двух машин они сбили. Отличился больше всех Колобушкин. Он сбил 5 машин. 2 БФ-109, 2 Юнкерса 88 и 1 Хеншель 111. Данилов сбил Хенкель 111 и 3 БФ-110. Макляк сбил Хенкель 111 и 3 Совое Маркети 79. Это румынских ВВС. То есть в первый день войны наши люди, как могли, пытались воевать с врагом, несмотря на внезапность удара. По поводу потерь. По разным данным в источниках, а данные, к сожалению, разнятся, на Западе одни, у нас другие, и договориться, чтобы было одинаково, никак не получается, потому что разные градации повреждений у машин. Поэтому приведем те, которые публиковались у нас. ВВС Западного округа потеряли 738 самолетов, Киевского 301 самолетов, Прибалтийского 56 самолетов, Одесского больше всего разнятся. По одним 47, по другим 23 или же 30 машин. Ну, это ввиду того, что чехарда в документах, и много документов или же до сих пор не открыто, или же просто не сохранились. Общие потери разнятся довольно сильно. От 1200 машин до 1160 машин. Без учета 32 поврежденных на аэродромах Прибалтики, которые были потом восстановлены. По другим данным, около 800 машин было уничтожено на земле, а 300 было сбито. Я тут даты говорил, цифры, полки, имена, номера. Но самое интересное, что это был только первый день войны. Впереди еще было 1417 дней войны, которые попозже назовут Великой Отечественной. Но меня зацепило совсем другое. Когда я изучал эти документы, меня зацепило то, что почти все люди, которые воевали в первый день войны, до победы не дожили. С вами была передача «От кольчуги до брони». От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25,
трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.